Добрый день, дорогие мои подписчики. Сегодня у нас будет уходовая процедура в паховой области после процедуры депиляции. Протокол проведения депиляции был выполнен правильно. После уходовой процедуры, после депиляции клиентам точно так же выполнялись. Но мы видим, что в зоне паховой области у клиента жирная кожа, постоянно вросшие волоски. После пилинговая маска, себорегулирующая, успокаивающая. Которая наносится на 20 минут. Работа в зоне бикини. Нанесена маска. Вы видите, после пилинга легкое покраснение. Кожа немного осветленная. Дальше будет эффект только улучшаться.